Друзья, всем большущий привет! Давненько я не делал ничего из пластиковых труб, и сегодня будет реально годная самоделка из 32-й трубы. Размеров точных у меня нету, все придумываю на ходу и по месту. Всем приятного просмотра! Друзья, в итоге у меня получилась вот такая вот классная полочка для обуви. А если кому-то интересны размеры и сколько ушло материала именно на мою полочку, то информацию эту опубликую чуть позже у себя в телеграм-канале. Ссылку на него найдете в описании под видео. Если кому понравилась такая самоделка, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я всем желаю всего самого хорошего, мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока!